играл на скрипке. Я в глаза его глядел, и я не думал, что любопытство. Я не то, что на всмоке, я надеялся понять, как же могут эти руки и девчонки извлекать. Из какой-то ляжки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и пожить. А душа уже доточна, ежели